О чем вы жалеете, вот пока? Не мешает вам нет, животное? Помогает, нет, помогает, иди ко нет. мне. Будешь мне помогать. Что было сделано? Не бывает же идеально. Что-то же было сделано не так. Или прям все складывалось в этом, как принято говорить, проекте с самого начала? Вы знаете, идеально. Я счастливый человек, потому что мне, в общем, не с чем сравнивать. Я это делал это, первый да, раз. Это ваш дебют, да. Да, дебют и первый раз. Да. Угу. И я мне не с чем сравнивать это. Так бы или иначе, или каким-то образом, у меня нет опыта вообще никакого в этом смысле. Uh-huh. А по реакции зрителей и вообще восприятию этого дела, я понимаю, что многое сделано так. Uh-huh. То есть спектакль пользуется успехом, на него ходят зрители, его uh-huh. хотят видеть. Поэтому у меня нет никаких каких-то вот таких вот подозрений, что что-то мы сделали не так, или тему, или музыка, или актеры играют mm-hmm. каким-то, смотри, туда нас фотографируют, да, каким-то mm-hmm. странным образом. Поскольку, еще раз повторю, восприятие этого спектакля довольно приличное. Mm-hmm. Поэтому я так скромно скажу, ошибок я не сделал. А прессы удовлетворены вы? Прессой? Ну, то, что писали про нет, ваше начинание. Я ожидал больше неприятия, больше ага. какого-то все-таки отторжения. Почему? Ну, во-первых, потому что я не специалист, я не режиссер, никакой никогда им не стану. Угу. Это я себя не тешу какими-то там надеждами, что угу. от количества поставок спектаклей человек становится... Это некое все равно свойство характера, это некое... некое ощущение над людьми, в хорошем смысле, mm-hmm. Внедрение своей идеи другим, чтобы, ну, как бы это, mm-hmm. это другое состояние вообще mm-hmm. человека. Я всего лишь партнер этих актеров, mm-hmm. С которым я там играю, не более того, mm-hmm. не более того. Так говорят обычно настоящие диктаторы. Человек, может быть, я еще не открыл. Дайте еще попробовать. Подача такая. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».